Держбюджет України із позначкою мінус 10 мільярдів. На сайті Нацбанку повідомляється, за півроку бюджет виконаний з дефіцитом на рівні 10 мільярдів. Показники у п'ятеро гірші, ніж за аналогічний період торік. У цей же час в уряді заявили, налаштовані латати дірки за рахунок виведення з кризи промисловості. Кабмін вже на початку серпня очікує від Міністерства енергетики і вугільної промисловості комплексний план заходів, який має містити інвестиційні пропозиції, оцінки ефективності використання наявних ресурсів, плани за аудиту. На урядовому засіданні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, цитую, на державних шахтах потрібно чути гуркіт виробництва, а не стук касок шахтарів. Про урядові плани і ситуацію в промисловості в цілому говоримо з гостем студії. Це народний депутат України Костянтин Павлов. Вітаю вас. Добре. Пане Костянтине, чи справді мають відбутися серйозні зрушення промисловості, зокрема у шахтарській галузі? Як можете прокоментувати заяву прем'єра? Ну, конечно же, заявление очень громкое, но, в принципе, можно, скажем, двояко рассматривать такое заявление премьер-министра. Тем самым, скажем так, таким громким заявлением он фактически признал, что до середины лета 2018 года у нынешнего правительства абсолютно не существовало плана развития одной из бюджетообразующей угольной промышленности, а это, безусловно, одна из составляющих наполнения государственного бюджета. Еще в конце 2014 года был, скажем так, презентована программа реформ в парламенте, которая, к сожалению, подразумевала к началу 2019 года закрытие, приватизацию 37 шахт, 24 шахты должны были быть законсервированы и еще 32 закрыты. Я не понимаю вообще, как можно вести такую стратегию и при этом одним из своих основных направлений кабинет министров все-таки выбрал это приобретение угля на мировом рынке все-таки у зарубежных, у шахтеров за рубежом. И, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что на мирной так называемой территории из 65 шахт, которые на ней расположены, 4 всего лишь прибыльные, 12 работают так, ни шатка, ни валка в таком режиме, а государство, фактически правительство осуществляет поддержку только всего лишь 25 шахтам, которые работают, ну, не в том режиме, в котором должна работать развитая отрасль, которая занимает, именно максимально участвует в формировании государственного бюджета. Скажите, а ваша фракция домоглася погашения боргів шахтарям? В каком обсязі це вдалося зробити? Ну, смотрите, тут я думаю, что нужно вернуться немножко в другой ракурс и посмотреть, с чего все начиналось. Ведь начиная с 2013 года государственная поддержка угледобывающих государственных предприятий упала не в 2, не в 3 раза, а в 10. Кроме того, есть еще такое направление, это реструктуризация работающих предприятий угольной промышленности, которые направлены на развитие и модернизацию этих производств, упала в 12 раз. И фактически сегодняшний кризис, который есть в отрасли, тот коллапс, который назрел до сегодняшнего дня, это фактически и объяснимый результат деятельности нынешнего правительства, которое пустило на самотек одну из таких основных направлений в нашей промышленности. И буквально перед началом так называемых депутатских каникул, в последний день, благодаря тому, что все-таки шахтеры вышли с акциями протеста под стены парламента, и, как вы сказали, что премьер-министр должен быть звук промышленности, а не стук касок под стенами парламента, дало реальный толчок, что все-таки в конце работы парламентской сессии был проголосован законопроект о погашении, хочу акцентировать внимание, части задолженности по заработной плате перед шахтерами, которые работают на государственных шахтах. Потому что к началу июля этот долг подошел до 1 миллиарда гривен. И тот законопроект, который был принят, он не решает эту проблему, потому что при начислении за следующий месяц заработной платы этот миллиард превращается уже как минимум 1 200 000 000 300 000. Ми можемо говорити про подальшу системність цієї роботи?
Ну, учитывая ту ситуацию, которая есть, пока системной работы, по сути дела, нет. Потому что, прежде всего, для того, чтобы шахты наши и промышленность наша начала функционировать, необходимо иметь четкую стратегию развития и поддержки отечественной экономики и промышленного блока. Мы еще в 2015 году заявили о том, что подали в стены парламента более 30 законопроектов, так называемый план «Новая индустриализация», которая именно поддерживает промышленность и экономику. И удручает тот факт, что еще в 2015 году, когда началась блокировка тех законопроектов, которые мы подали, один из заместителей министра угольной промышленности, который присутствовал у нас на заседании бюджетного комитета, сказал, что в целях экономии государственного бюджета и недопущения оплаты заработных плат работников шахтной промышленности, он будет лично инициировать закрытие 10-15 шахт. Я тогда не выдержал, задал вопрос. Вообще он когда-нибудь был не просто в шахте, а рядом с шахтой когда-нибудь стоял? И вообще наберется ли он смелости выйти к шахтерам и сказать, что завтра они останутся без работы? Нужно понимать, что за этими предприятиями, это не просто предприятия, за ними стоят люди, за ними стоят семьи. В конце концов, наполнение бюджета, наполнение пенсионного фонда. Это взаимосвязанные понятия, которые нарастают как снежный ком из проблемы в проблему и в итоге ведут не только угольную промышленность или промышленность в целом к существующему к системному коллапсу, а к коллапсу государства и государственному банкротству. И ничего не остается, получается, нынешним правителям, если они не умеют и не в состоянии поддержать отечественные отрасли и сельское хозяйство, и промышленность, и угольную отрасль, и другие направления, которые необходимо развивать, им ничего не остается, кроме как идти по паперти с протянутой рукой в очередной транш МВФ. З тієї ж заяви прем'єра. Уряд націлений збільшити власний видобуток і зменшити імпорт. Скільки і звідки ми наразі взагалі імпортуємо? Розкажіть до глядача. Ну, общий, скажем, в 2017 году, к сожалению, об'єм закупленого імпортного угля составив порядка 2,5 мільярдів доларів. К сожалению, правителі, вместо того, щоб підтримати наших шахтерів, почему-то віддають государственные средства украинского бюджета шахтерам Пенсильвании и других направлений. Нетрудно посчитать, что государство Украина для того, чтобы закупить уголь за рубежом, отдало в 60 раз больше средств иностранным шахтерам, чем сегодня существует долг украинским шахтерам. Чи є вихід із кризи? На початку ми наводили дані Нацбанку щодо бюджетного дефіциту. Зрозуміло, що кошти необхідні і зміни, певне, потрібні не лише у вугільній галузі, а й у промисловості в цілому. Які у нас перспективи? Уже стало давно понятно, що нинішня власть не в стані ні прийняти програми розвитку промисловості і скажем так, бюджета формирующих отраслей, и реализовать, безусловно, тоже. Поэтому Украине нужна новая эффективная власть. И, безусловно, необходимо принять пакет законопроектов, который направлен на поддержку отечественной промышленности и экономики. Это пакет законов, которые мы лоббируем в парламенте, так называемый блок законопроектов о новой индустриализации нашей страны.